В центральном матче тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сошлись два лидера – уральский «Ак-Жаик» и идущий на втором месте в турнирной таблице «Тарас». Болельщики, которые до отказа забили стадион, не прогадали. Матч изобиловал острыми моментами и принес массу положительных эмоций. Футбольная сказка «Ак-Жаика» продолжается. Уже на третьей минуте матча чех Якуб Хлебоун дальним ударом со штрафного открыл счет. Спустя три минуты ошибкой обороны Тараса воспользовался Милош Стойчев и провел второй мяч в ворота гостей. Пока южане искали, что противопоставить четкой игре «Ак-Жаика», Вячеслав Эрбис довел счет до разгромного 3-0. И это уже к 30-й минуте первого тайма. В оставшееся до конца игры время Тарас пытался отыграться. «Ак-Жаик» уверенно оборонялся. Итог 3-0, и уральцы остаются на вершине турнирной таблицы. Это хороший матч, это... Не битен мой гол, что я забил. Это битная команда, мы это хороший коллектив. Это, я пресречен. Болельщикам что скажешь? А что сказать? Погляйте сами. Что сказать? Все, спасибо. Стоит отметить поддержку футбольных болельщиков «Ак-Жаика». Стадион в едином порыве звал команду к победе. И ребята не подкачали. Болельщики молодцы, они хорошо поддержали. И мы их порадовали результатом. Желаем нашему «Ак-Жаику» побед и болельщиков всегда ждем на нашем стадионе. Тренер Тараса не мог скрыть разочарование и поздравил «Ак-Жаик» с заслуженной победой. За игрой лидеров наблюдал аким области Нурлан Ногаев. Глава региона не скрывал своего восхищения победой над сильным соперником. Наши ребята «Ак-Жаик» показали очень хороший результат, хорошую игру. Это слаженность команды, командная игра была. И их воля к победе показали нам прекрасную игру. Но это не значит, что наши гости, команда «Тарас», была менее подготовлена. Они тоже приехали, показали тоже очень качественную игру. Но это была битва лучших. Следующий матч уральский клуб проведет на выезде в Шымкенте. «Ак-Жаик» встретится с «Ордабасы». Роман Капняев, Ерлан Капушев, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42.